Всем привет, и сегодня у нас очередная распаковочка. Вот такой мелкий пакетик приехал очень долго. Добирался так долго, что я успел даже открыть диспут и вернуть денежку. Ну, так как я посылочку получил, я продавцу, естественно, денежку верну обратно. Несмотря... я не люблю, знаете, когда я получил, мне бесплатно ничего не надо. Я получил. Продавец отправил. Значит, я должен вернуть ему деньги. Все. Вот такой мой принцип. Итак, насадочка на кран. У продавца их очень много разных размеров. Вообще, под все возможные смесители, на любой вкус и цвет. Я заказал под свой смеситель резьба 24 мм, у него есть и 20, и 22, и с наружной резьбой, и с внутренней, и разные по высоте. В общем, выйдите, посмотрите, если вам надо. Значит, вот так, давайте покажу поближе. Вот так выглядит у нас эта сеточка, аэратор. Вот, ну, красивая, ничего не могу сказать. Это у нас, скорее всего, пластик, не металл. Но нету, ого, это металл, ребят. Вот в моем смесителе, в старом, на который я и покупал этот аэратор, там стоял пластик крашеный. Это у нас металл. Правда, пока этот аэратор добирался, я уже и смеситель поменял. Не магнитится. Совершенно ничего не магнитится. Что еще вам про него сказать? Наверное, надо попробовать его в действии, потому что так-то, ну, красивая фиговинка. Не буду вытаскивать, не хочу поломать. Давайте поставим его на смеситель и посмотрим, насколько хорошо он аэрирует. Так, ну начнем мы с родного аэратора, который продавался вместе со смесителем. Вот такой вот напор, надеюсь, вам видно. Довольно-таки хороший, красивый напор. И теперь давайте открутим родной аэратор. Еще ни разу не откручивался. Кстати, обалденная насадка. Кто не видел видео про эту насадку, посмотрите. Я ссылочку прикреплю под видео. Кстати, хорошо, что открутил. Уже надо почистить его. Видите, ржавчинка попала. И поставим вот этот новенький. Так, ну вот смотрите. Струя в диаметре немножко потоньше. Но аэрирует очень приятно, мне очень нравится. То есть качество хорошее, мне действительно нравится, как развивается струя. Здорово. Что сказать, я доволен. Аэратор достаточно неплохой. Ну, пусть пока постоит, пока я это чищу. Отлично работает, могу советовать. Стоил $1.14, что совсем недорого, я считаю. Правда, добиралась долго, но это, наверное, потому что я такой везучий, и вам повезет больше. Так что выходите, кому надо, смотрите, покупайте и посмотрите заодно вот такой ключ. Для того, чтобы их откручивать и накручивать, не повреждая вот эту никелированную поверхность. Всем пока, до новых встреч, увидимся. А родной аэратор выглядел вот так. Вот таким образом.